Sonuçta boş yetimsiz. Жан досам, өссен болсын мерейім. Әр қашан. Жан досам, өссен болсын мерейім. Әр қашан, жеңісіңді көрейім. Естеріңізге сала кетейік, турнирдің басты серіктесі Досым компаниясы, микрокредит Досымда бар. Бізде келесі жекпе-жек жартылай орта салмақта өтеді. Қос жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы. Бұл оның дебюттық жекпе-жегі. Бойы 176 сантиметр, салмағы 77-де 100 келі. Алматы қаласы, Қазақстан. Ринат Байбориев! Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды. 2 жеңіс, 1 жеңіліс, бойы 177 сантиметр, салмағы 77-де 100 келі. Бішкек қаласы, Қырғызстан. Елбек Ураима! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Мені мұқияттындаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені біз баймыз. Қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Четвертая пара в рамках этой встречи. Предпоследний вес. Ринат Байбуриев, дебютант против Ельбека Ураимова. Первый раунд. Очень легок на ногах Ураимов. Собран. Пытается работать на челноке. О, Байбури сразу пошел вперед. О, Ураимов взрывается в комбинации. Крупнее выглядит на фоне своего оппонента Ураимов. Да. Стоит это отметить. По всей видимости, это не его весовая категория. Именно я сейчас имею в виду Байбуриева, не его дивизион. Полусредний вес. О-о-о. Без особых проблем перевести своего оппонента в партер. Да. Интересная такая была задумка, обманка. Был боковой, сразу и проход. Сразу же маунт. Да, просто дикласс сейчас в партере происходит. Как он это легко делает. Меняет позиции, обходит гард, садится в маунт. Взрывается и активное добивание. Отдает спину Байбуриев. Заправляет ноги. Будет. Да, и кажется, это все. О, еще удары. Несколько ударов. Удушает. На удушающий переходит. Прием. Все. Нужно? Нет. Зачем он это делает? Вроде захлопнул полностью. Да, сам же отказался от этой идеи. Просто забивает. Нет защиты. Стоп. Да. И Ельбек Ураимов одерживает досрочную победу в первом раунде. Даже не было попытки, знаешь, в блоке закрыться. Что самое интересное. Неужели он уже был потрясен до этого? Ну что, это целых 6 баллов. Команду, копилку команды из Кыргызстана. Даже при том, что сейчас 6 баллов заработает представитель команды Алмаз Крандары, то шансов выйти в следующий круг у них уже нет. Да. Добавить нечего больше еще. Хотя есть титульный партнер Олимбет, ставший лучшим букмекером по итогам премии РБ-2022. Олимбет предоставляет широкую линию ставок на события и матчи, дарит бонусы и делает эмоции от побед еще ярче. Сонымен бұл жекпе-жектің ресми тоқтатылған уақыты. Бірінші раунд, бірінші минут, 16 секунд. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы. Елбек Ура!